В областном перинатальном центре имени Бакунины впервые в Тверской области провели процедуру кордоцентеза. Ранее ее проведение было возможно только в федеральных центрах. Для чего нужна эта операция, выяснила наша съемочная группа. Тонкой-тонкой, как волосок, иголочкой подходим под контролем ультразвука к вене пуповины плода. Берем кровь. Эта кровь исследуется генетиками. Так врачи могут узнать полный набор хромосом ребенка. Если происходит резус-конфликт, когда кровь матери разрушает кровь ребенка, малыш часто рождается в тяжелом состоянии. Чтобы избежать худшего, проводится процедура кардоцентеза. В пуповину вводятся лекарственные вещества, либо плазма крови. После шансы на благоприятный исход увеличиваются. Тогда мы можем внутриутробно заранее начать лечение с помощью этой процедуры, с помощью пункции вены пуповины мы можем вводить лекарственные вещества, плазму крови, то есть те мероприятия, которые нужны для улучшения состояния уже к моменту рождения. Раньше такой метод исследования был доступен только в федеральных центрах. Прежде чем провести процедуру в областном центре, тверские специалисты прошли обучение в Санкт-Петербурге и уже успешно провели первую процедуру в нашем регионе. Чтобы провести данную процедуру, должно быть не только высококлассное оборудование, должны быть высококлассные специалисты, которые могут сделать эту уникальную ювелирную процедуру. Задачу системной модернизации инфраструктуры учреждений здравоохранения, обеспечения жителей области качественными медицинскими услугами, оказание высокотехнологичной помощи, доступность ее для населения поставил губернатор Игорь Руденя в рамках участия региона в национальном проекте «Здравоохранение». За счет активного участия в профильном национальном проекте системной модернизации инфраструктуры здравоохранения мы планируем в ближайшие годы обеспечить на территории нашей области максимально полное предоставление услуг жителям, как я сказал, нашего региона. Теперь будущие мамы могут бесплатно по полису ОМС пройти процедуру кардоцентеза в областном перинатальном центре имени Бакуниной.